Я про важное должен вам рассказать важный секрет. Вот. Его нет. И сейчас я вам объясню, о чем идет речь. Ни один человек, который на самом деле движим своим важно, не в курсе, что он делает. Вот давайте себе представим Моцарт, который сочиняет музыку и говорит: для меня важно сочинять музыку. У него, ему важно, но он никогда так не скажет.